Марша, что случилось? Питер ударил меня мечом в нос. Я не могу пойти на танцы в таком виде. Но я уверена, что он сделал это случайно, дорогая. Око за око, вот что папа всегда говорит. Я никогда такого не говорил. Заткнись, я преподам Питеру урок. Марша, скушай Сникерс. Почему? Потому что, когда ты голодна, ты начинаешь злиться. Так лучше? Лучше. Марша. Джен, это тебя не касается. Как всегда. Ты не ты, когда ты голоден. Сникерс.